Всем доброго времени суток. Получил очередную бандероль с Китая с сайта GearBest. Это вторая покупка, вторая покупка, которую совершил на данном сайте. Первая была планшет. Вернее, как этот экшн-камеру эту я заказал раньше, но получил планшет раньше, чем пришла эта камера. Камера Elephone. Экшн-камера 4К. Explorer экшн-камера 4К, видим. Здесь 30 метров. И вот здесь характеристики указаны. Не знаю, видно там, не видно. Так, здесь вот какая-то веревочка, как ее распечатать. Ага, вот так она раздвигается. Такой вот контейнер, такая коробка интересная. Так, это не вылазит уже. И достаем саму камеру. Вот она, наша камера. Вот так вот она выглядит. Сразу идет, я так понимаю, это водонепроницаемый контейнер с креплением. Так, что у нас тут еще идет? Опять же, это покупка акционная. Ссылок приводить не буду, так как на других сайтах, по-моему, есть дешевле. Можно купить дешевле. Так, что у нас здесь еще идет? Рекламка. Какой-то еще контейнер. И, в общем, смотрите сами, сколько тут различных креплений и прочих каких-то приспособлений. Я не знаю, что это, к чему оно. Вот такая вот книжечка. Инструкция на английском языке. Так, здесь у нас еще идет. Здесь у нас еще идет какой-то шнурок. Или что это? Какие-то, в общем, я не знаю. Протирать. Еще какие-то крепления. И какая-то сумочка, я так понимаю. В общем, комплектация огромная. Все, что надо и все, что не надо есть. Так, как она тут открывается? Как ее открыть? И как ее включить? Так, до этого я камеры никаких не заказывал. Это впервые я держу экшн-камеру в руках. Как включать, я ее не знаю. Как ее открыть, я тоже не знаю. Как ее вытащить с этого контейнера. Нифига не получается у меня, ребята. Включить я тоже не знаю где. А, вот включил. Вот появилась загрузочка. Dare to be Explorer. И вот появилась картинка. Так, необходима карточка для того, чтобы фотографировать. Wi-Fi, поиск Wi-Fi пошел. Ну, в общем, тут
необходимо разбираться, что и как работает. Здесь какие-то режимы переключения или что, настройки. Ну, в общем, вот такая вот камера от компании Elephone. Комплектация огромная, куча всяких приспособлений, вот еще кабель синхронизации. Кому интересно, заходим на сайт, заказываем. Добиралась она сюда, заказывал я 29 декабря, по-моему, если не ошибаюсь. Добралась довольно-таки быстро. Я уже все сравниваю с сайтом AliExpress, поэтому для меня уже и практически месяц. Это уже быстро. Так, влезло, ну все там влезло или не все. По комплектации не знаю, возможно, в каких-то других камерах она получше, но здесь тоже много всяких приспособлений. На этом все, всем спасибо, пока.